Обезьяны на унитазах. Я смотрел, сейчас этот идет по телеку. Великий могучий ос. А ты что-то 3D, да, увлекаешься? У тебя что-то там этом? А? Ты 3D, говорю, увлекаешься, да? Слишком Сейчас. высоко. Нет, я по телеку, говорю, идет этот. А, потяк. Да. Хопана, хопана. И толчочек. Тры-тры-тры-тры. О, приземлились. О, кайф. Не до конца приземлились. Да все хорошо. Ну, то есть она Ну, вот будет, то да, есть, понятно. видишь, у нас Ты мне она скажи, вот это вот, вот размер эти... стены сейчас существующий, и у нас остается еще кусок там и для раковины, то есть, ну, это такие нестандартные. И вот если посмотреть здесь, Не ну... пора ли нам на самом деле кого-то приглашать, чтобы он нам эту сдвижную конструкцию сделал? А что значит надо предлагать? Я так понимаю, что завтра у тебя будет предложение, потому что мне уже Не нашли все петли Так, КБЕ. тихо. Все петли КБЕ мне нашли, систему КБЕ уже предложение на нее будет завтра. То Ты есть мне про ее будут делать. перегородочку, да? А? Ты про перегородочку Вот сейчас, для когда думаю ванны. перед тобой про эту перегородочку, значит, здесь пока что думается так, как мы и хотели. С правой стороны, где горшок, мы делаем непрозрачную стеночку. Да. Какой-то трансформер или там времяночку, какую-то, может быть, дерево. Да. Ну, наверное, такую же тоненькую, как рама напротив. И у нас будет две, скорее всего, раздвижные двери системы КБЕ, которые будут крепиться на эту стенку, там, да, по рельсам, на этих красивых офигенских колесиках. Ух ты. На Да, но офигенских я пока не знаю, колесиках если это нам получится. надо. А? Это на офигенских колесиках берем. Ну, ты знаешь, о чем я, да, говорю? Да. Да, ну вот. Пускай идет с этого в начале. То есть это будет экстра клинер. Теперь мы Хорошо. идем. Это вот то, что касается этой стенки. На нее будет предложение. Теперь мы идем. Блин, к девочкам. Ушли. Вот к девочкам, да? Значит, к девочкам. Вот это будет стекло, вот это, да? Это одна дверь. Да, Сейчас я. Да, вот я это вот вижу, сейчас. да. Да, Это и. будет красиво, да, ага. Вот это будет одна дверь. Высота ее будет 2,40. Она будет крепиться на петли, фиксирующиеся, которые работают в обе стороны к стене Ага. системы КБЕ. То есть ты ее всегда толкаешь перед собой. Да. С этой именно дверью было сказано, что будут толкать девочки. Поэтому там будет какая-то самодоводящаяся система, которая будет очень легкая. Вот такая задача для этих петель. Окей. Да. Здесь мы видим стекляшку. И там вот эта стекляшка, вот эта, которую я обвожу, это, скорее всего, будет тоже стекляшка, а не зеркало. Потому что я сегодня Наде дал задание найти такие, знаешь, есть стеклышки на таких ножках, как, ну, которые гнутся. Они там как цветочки красивые. С подсветочками там даже есть. Ну, мы можем такие два зеркала прицепить, ну, к этому стеклу, да, и они будут такие, как ромашечки, знаешь, там, смотреться в эти зеркала, которые можно регулировать по высоте, знаешь, там. Ну, ты понимаешь, о чем я, да, такая, ну, такая пружинка, как раньше лампы были настольные, да как Так. этот шланг в душе, ты понял, да? Так. Да. Ну, и вот высота вот эта, она как бы существующая 90 пока, да, там Ага. горшки у нас. Значит, дано задание на это стекло. Да. Будет предложение. Идем. Ой, извините. Несет. Спать. Подожди, вернись, пожалуйста, в ванну, Не могу. ближе. А, Руку не тескаю. можешь, все, не можешь, да? Хрен с тобой. Не Вот, и можешь. здесь, то есть, как бы, эта часть тоже. Вот это стекло, дверь будет без верхнего света. Петля будет одна вот здесь в потолок, одна будет вот здесь в полу. Ага. Хорошо, вот этого кусочка не будет сверху, да? Кусочка сверху не будет. Кусочка сверху Клево. не будет. И будет стоять стекло тоже. Его размеры 1,40 м на 1,60 м. 1,60 м высота, потому что простенок вот этот будет 90. И теперь еще момент. Мы можем делать кнопку сверху и можем делать кнопку сбоку. У девочек мы сделаем сбоку, и у нее высота кнопки будет тогда там. То есть она может ручкой прямо нажимать, да? Вот. А у тебя мы можем сделать кнопку сверху. Ага.
Потому что тебе полка в душе не нужна. Я, наверное, думаю, стекло мы перенесем в душ. Хотя предварительно я хотел бы его поставить внутри и сделать там такую полку в душе. Она там нафиг не нужна, нам эта полка. У нас там места столько, что мама не горюй. И полок мы там наделаем внутренних как надо. А, ты вот эту верхнюю полку хочешь оставить со стороны толчка. Я понял. Да, ну вот сейчас я тебе... Нормально, нормально, я вижу. Да, и тогда, понимаешь, тогда мы можем кнопку вот сюда вмонтировать сверху, ну, для унитаза. Ага. Потому что у нас там есть возможность поставить на нее, ну, там, блекс и давить. Ну, там просто такие кнопочки всякие другие. А повесь мне бумажку, пожалуйста, не сюда, вот. Послушай, вот, чтобы не было никаких разговоров. Да, бумажку нафиг. Убери ее и повесь мне ее, вот у тебя... Подожди, не двигай. Вот просто, ну... Вот у нас столешница слева, да, вот, и вот туда сзади столешница, повесь ее, потому что у нас же БДС с очком поменялись местами, ну, сейчас не двигай, но мы это знаем и так, правильно? Да, не то чтобы поменялись, они изначально были, толчок был ближе, да. Но я, в принципе, могу и так поставить. Нет, мне так не надо, меня устраивает, как мы изначально договорились, толчок слева, а бумажка... Чтобы она была вот к этой, у этой столешницы, как бы, сбоку. Ну, старта столешницы. Столешница это другая там столешница. Столешница там... у нас совсем другая там, да. Это другие стоят столешницы. Хорошо. Только можно смотреть на потолки. Да. Вот, ну вот я вот так и буду выполнять потолки. Да. Здесь вот этот короб шире, здесь этот короб тоньше. И... Я не знаю, ну, я еще хочу где-то натяжные сделать. Ну и сделаю.